Это интервью дня, я Константин Ганов. Здравствуйте. Профессия разведчика в сознании многих считается чем-то опасным, но романтичным. Кто такие современные разведчики? Чем они отличаются от киношных персонажей? Гость нашей студии Игорь Туев, директор военно-спортивного клуба русского боевого многоборья «Разведшкола». Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Как вам пришла в голову идея организовать разведшколу? Это же вы ее организовали. Так точно. Ну, вернулись вы со службы и... И захотелось поделиться своими приобретенными умениями, науками с подрастающим поколением. А служили-то вы где? В разведке. Военная разведка. Военная разведка. Понятно, что ничего о том, что там происходило, вам рассказывать нельзя. Но все-таки из того, что можно, чем вы там овладели? Какими особыми знаниями? Ну, например, это наблюдение за противником, скрытное передвижение. Ну, вот много таких вот вещей, которые относятся именно к тактике ведения боя. Ну, вот этим мы и занимаемся с воспитанниками. То есть вы можете научить человека скрыто наблюдать за кем-то, да, вести его и выяснить, угу, чем он занимался в течение дня, причем наблюдаемый даже не заметит. Ну, в этом вся суть разведчика. Да, честно говоря, на себе не хочется это испытывать, но, наверное, это интересно. Кто и как попадает в вашу разведшколу? Попадают обычные пацаны. Ну, пацаны, девчонки, в основном пацаны, конечно. Каждому, наверное, хочется попробовать себя в роли разведчика. Это все-таки та еще романтика. Вот. Причем разведчик – это всегда была самая уважаемая военная профессия. Поэтому попробовать овладеть ну, хотя бы базовыми навыками начальной военной подготовки. Многим сейчас это интересно. У нас подъем патриотизма в стране. Ну и, соответственно, помимо всего прочего, помимо вот этой вот подготовки, условно назовем ее будущих разведчиков, есть еще подготовка спортивная. То есть приходят ребята, могут попробовать себя и в каких-то таких вот направлениях военно-прикладных, и в направлениях, связанных со спортом. А на живом бою тоже учите? Ну да, не без этого. Но мы это немножко по-другому называем, фехтование. Все-таки у нас есть понимание того, что ножевой бой – это на улице, да, а фехтование – это все-таки ближе к спорту. Вот именно в спортивном направлении, конечно. А какие навыки сможет получить у вас ребенок, придя, которые ему пригодятся в будущей военной службе, если вдруг он решит построить военную карьеру? К сожалению, таких прям глубоких навыков мы не даем, а может быть и к счастью, потому что все-таки дорасти нужно и умом, и духовно дорасти для того, чтобы Родину защищать. Самое главное, мы воспитываем детей в моральном смысле, то есть объясняем, что такое Родина, какие-то минимальные навыки начальной военной подготовки, ну и назовем это демоверсия военной службы, то есть у нас какие-то проводятся мероприятия, связанные, например, с тактическими действиями, ну, например, учатся маскироваться. Это вроде бы интересно, с одной стороны, с другой стороны, вреда это окружающим не нанесет. Маскироваться в условиях города, в условиях леса? В условиях леса, преимущественно так вот. Учите ли вы ребят вести вот ту самую слежку, о которой мы в самом начале говорили? Ну, да, тоже не без этого. А практикуетесь в таком? Практикуемся друг на друге. Ну, я имею в виду среди воспитанников. Не, ну, если человек подготовленный, ну, условно говоря, вы, да, то есть за вами сложно будет следить так, чтобы вы не заметили. А за неподготовленными людьми они смогут следить спокойно, наверное. Ну, да. Разведчик не может быть не патриотом. Это как бы само собой разумеется. Mm-hmm. Какие формы патриотического воспитания вы используете? То есть это же совсем не обязательно только лекции. Да? То есть могут быть какие-то мероприятия, связанные с охраной памятников и еще что-то. Ну, вот у нас есть, ну не только у нас, я имею в виду, в Бийске и во многих городах есть такое движение «Юнармия». Вот совместно с вот этим движением различные мероприятия также проводятся. Но у нас помимо, допустим, мероприятий, ну, таких вот плановых, есть еще и, ну, допустим, те же, как вы сказали, лекции. Да? Но Родину любить учатся дети именно во время занятий. То есть с чего начинается Родина? Сразу стишок вспоминается. С картинки в твоем букваре. Совершенно верно. То есть необходимо учиться товариществу, взаимовыручке. То есть вот это самые, так скажем, буквенные азбучные истины, да, которые
и составляет, в общем-то, то, о чем мы говорим, что такое Родина. Это вот окружающие нас люди, да, которые, ради которых, в случае чего, пацаны потом уходят воевать. А как выглядят ваши мероприятия вот в лесу, условно говоря? Ну, это интересно наверняка. То есть какая-то одна группа пытается другую захватить. Как это выглядит? Какие полевые игры вы проводите? Мы их называем тактические игры. Потому что уже нужно привыкать к тому, что это не просто игра, это вот именно взаимоотношения группы, уже практически как группы. Соответственно, начинается все с азов. Необходимо уметь видеть своего товарища, который находится, например, слева, справа, спереди, сзади. Это движение в составе группы, но сначала, например, передвижение боевыми двойками, да, так сказать, для потенциального, потом уже огневого прикрытия. Это умение передвигаться скрытно. Используем масхалаты, естественно, чтобы сразу же привыкали. То есть бесшумно, скрытно, используя жесты, сигналы, ну, например, пройти с точки А в точку Б, там, через лесной массив. А вот этих жестов, сигналов, их много? Сложно их выучить? Нет, их немного. На самом деле, вообще каждый командир своего подразделения может сам придумывать свои жесты, сигналы. То есть каких-то общепринятых нет? Есть, так будем говорить, основные. Вот. Но их можно и заменять. То есть если, к примеру, появляются какие-то задачи, да, где нет общепринятых вот этих жестов, сигналов, можно и свои додумать. Mm-hmm. Этим занимается командир подразделения. Есть такое понятие, как боевое слаживание, когда люди просто-напросто учатся, ну, говоря простым языком, притираться друг к другу. Вот. Ну и вот это все постигается. Вот эти жесты чаще всего мы видим не в российских фильмах, а в американских, как правило, где тема патриотизма развита пока, к сожалению, чуть лучше, чем у нас. Хотя, может быть, и не чуть. И там постоянно так, так, так. И я не понимаю, что это происходит, что он показывает. Можете показать несколько жестов, которые могут быть полезны будущим людям, разведчикам. Будущим разведчикам, ну, да. Самое простое, например, если идет группа, ну, там, скажем так, головной дозор, да, там, 2-3 человека, и прислушались, ну, вдруг что-то показалось, там, поднятая рука, ладонью вверх, ладонью от себя, это может означать внимание, стой. То есть все остальные дублируют, продублировали. Рука опустилась, это уже конкретно, значит, стой, может быть, садись, ложись, в зависимости от ситуации. Ну, там, самое простое, да, вижу, например, там трех противников, да. Противника. И так далее. То есть я еще раз говорю, вот эти жесты, сигналы, они могут совершенно быть разными. То есть одна группа противников так показывает, другая так, кому как удобнее запомнить. А если говорить о современных разведчиках, но нам известны из современных разведчиков только те, кто так или иначе прекратил свою карьеру, либо кого, скажем так, раскусили, выяснили, что он уже разведчик. Ну, это мы про агентурные говорим, разведчиков. А, это агентурные разведчики. Агентурные, да. Но вы про них тоже каким-то образом рассказываете, на их примерах пытаетесь кого-то учить или... Единственное, в качестве примера, кого я привожу, это вот всем известный фильм «17 мгновений весны». Вот. По большому счету, у нас же все-таки не агентурная, а военная разведка. То есть это те большая разница. Да, большая разница. Люди, которые просто идут первыми в бой. Им нужно по возможности собрать как можно больше информации, вот, применяя те же наблюдения за захватить противником. Захватить языка при необходимости. Бывают такие также ситуации. Например, знаете, есть такой слушок на Западе, что русских разведчиков нужно живыми не брать в плен. Если узнали, что это разведчик, все, значит, нужно как-то его умертвить, потому что разведчик в тылу врага – это уже готовый диверсант. И он всегда оттуда уйдет, в большинстве случаев. По крайней мере, у него в уставе прописано, что разведчик в обязанностях разведчика. Собирать информацию в любых условиях. Обязан, да, собирать информацию в любых условиях и обязан из плена выбраться любой ценой. То есть, как только он в плен попал,
Он понимает, что он здесь ненадолго, ему нужно. И он должен отсюда выбраться. Большое спасибо за интересную беседу. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Ну, а зрителям напомню, о патриотическом воспитании, о том, как вырастить хорошего разведчика, рассказал Игорь Туев, директор военно-спортивного клуба русского боевого многоборья «Разведшкола». Всего вам доброго и до новых встреч!